Я вот, я говорю, я не хожу на выборы, видимо, уже надо ходить. Я говорю, я вот, у меня бабки на даче, езжу на Строевской даче, вот все с Собянина. Я говорю, бабки, я вас удавлю. Я говорю, если вы с Собянином проголосуете, я вас здесь закопаю. Я говорю, в полисаде. Ну, что плохого? Я говорю, а что хорошего? Я говорю, это вы здесь сидите, ни хера не знаете в Троицке. Я говорю. Да но... в Троицке тоже сейчас лес там собираются весь вырубать. Да, вот в том-то и дело. Я говорю, вы Собянина послушайте побольше, я говорю. Придурка этого оленевода. И вот это вот что за мутатень? Это вот меня, вот я уехала в начале июня, вот это все было еще нормально на месте. Вот я приехала, вот эту херня, ну зачем? Ну, праздники здесь отмечать. Спомп, какие праздники? Кто здесь, какие здесь праздники? 9 мая, они тут вот будут раз в год. Да, кто у нас здесь отмечает праздники раз в год? Ну, кто? Они... администрация. Для картинки, для фотографии. Все отсюда салюты убрали, пидорасы, блин. Какие салюты? Салюты всю жизнь в Ясене были, да хренище салюта, было 5 точек. Ни одного салюта здесь нет. Зато вот эта вот херня. Но было здесь все нормально. Блин, две лестницы. Просто сделали бы нормальные две лестницы. Здесь и асфальт же нормальный был. Они же что, они бордюр сюда закопали? Пипец. И вот это вот говно. Лучше бы они салюты сюда нам поставили обратно. Я говорю, все обосрали, зато... Эпическая силка, какая красота, Марин, прям смотри, не нарадуюсь, прям говорю, что ж тут это, прям это, за два, а то мне уже сейчас рассказали, какая красота здесь была. Еще смыло здесь, они стояли сегодня с самого утра, вообще там, решали вопрос, это... наверное, скорее всего, но они не продумали, они просто не продумали. Мозги им надо было продумать, да. И хера вот это говно, и это вот это нам зачем?